Меня зовут Мария, я являюсь курсантом третьего потока на АП. Вот, и хочу с вами сегодня поделиться своими практическими, так сказать, победами, которые у меня были во время обучения. Первая моя победа была на публичном предложении. Это были ученические торги, да, в которых я одержала, в принципе, ну, вообще беспроигрышную победу. Вот. И также я поучаствовала в открытом аукционе, тоже он являлся для меня, так сказать, ученическим, пробным, вот. И в нем тоже я одержала победу, вот. Благодаря чему я, так сказать, перешла вот этот порог каких-то сомнений, каких-то, ну, личных недопониманий. То есть я знаю точно, что я сейчас все делаю правильно, я правильно подаю заявку, и ну, как бы, что у меня в дальнейшем уже проблем с какими-то техническими, там, с какими-то элементарными заявками уже не будет. Вот. Также хочу выразить слова благодарности Давиду и Павлу за такой прекрасный курс, да, на котором я сейчас ну, уже практически его закончила. Вот, за такую возможность обладать знаниями и применять их на практике и получать, зарабатывать на этом деньги. Всем спасибо!